Во втором корпусе Видновского художественно-технического лицея открыты избирательные участки 3628 и 3629. В каждом из них работает по 9 сотрудников избиркома. Все работники опытные, поэтому голосование проходит быстро и без очереди. Жители очень активно идут, голосуют. Мы всех рады, встречаем. Все очень доброжелательны. Благодарят нас за теплый прием. Участник СВО Алексей – настоящий патриот. Сейчас он находится в отпуске. По его словам, он не пропустил ни одних выборов и считает голосование своим долгом перед Отечеством. Я служу своей родине и считаю, что каждый должен проголосовать. Избирательные участки будут работать до 20:00 17 марта, поэтому можно прийти в любое удобное время и проголосовать за будущее нашей страны. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.